Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Энгин Айкурик и Тубабюк Устун вышли на передний план со многими удивительными заявлениями и фактами, которые в последнее время часто появляются в средствах массовой информации. Подробности, всплывшие в этот период их жизни, вызвали большой интерес в журнальном мире и вызвали любопытство у их поклонников. За последние несколько месяцев взаимодействие Энгина Айкурика и Тубабюк Устюн в их аккаунтах в социальных сетях и мероприятия, которые они посетили вместе, привели к предположениям о глубине отношений между ними. Поклонники задавались вопросом, вернутся ли они вместе. Но факты, как всегда, оказались сложнее и интереснее. Дружба и сотрудничество дуэта показали близость, превосходящую все ожидания. Например, недавно они собрались вместе на премьере фильма, на которой присутствовали, и моменты их совместной жизни широко освещались в средствах массовой информации, что вызвало большой ажиотаж среди фанатов. Согласно новостям в таблоидной прессе, Энгин Айкурик и Тубабюк Устюн также могут рассматривать возможность совместной работы над новым проектом. Сериалы и фильмы, в которых они снимались вместе в прошлом, остались незабываемыми воспоминаниями в глазах их поклонников. Поэтому их объединение может стать радостным событием для многих людей. Отношения и профессиональное сотрудничество Энгина Айкурика и Тубабюк Устун в этот период являются одними из часто обсуждаемых тем в мире журналов и социальных сетях. Пока эти новые события в жизни дуэта волнуют публику, новых шагов в их карьере ждут с нетерпением. В ходе этого процесса за каждым шагом Энгина Айкурика и Тубабюк Устюн следят с большим интересом. Решит ли дуэт работать вместе в будущем, и детали этого сотрудничества остаются среди тем, с нетерпением ожидаемых фанатами и СМИ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.